Примерный план питания для сжигания жира на день. Спортсмен весом 90 кг. Первый прием пищи. 7 яичных белков, 1 кусочек обезжиренного сыра, 1/2 чашка овсянки на воде, небольшой банан. Всего 385 калорий, 36 грамм белка, 54 грамм углеводов и 3 грамма жира. Второй прием. 180 грамм отварных грудок без кожи, 1 чашка отварных овощей, 1 чайная ложка растительного масла, 1 чашка коричневого риса. Третий прием пищи. 180 грамм отварной говядины, 180 грамм консервированного горошка, 1 чашка брокколи. Всего 535 калорий, 59 грамм белка, 45 грамм углеводов и 13 грамм жиров. Четвертый прием пищи. 120 грамм отварных креветок, 60 грамм макарон, 1 чашка овощного салата, 1 чайная ложка обезжиренного соуса. Всего 365 калорий, 35 грамм белка, 53 грамм углеводов и 5 граммов жира. Пятый прием пищи. 120 грамм отварной курицы, 2 кусочка обезжиренного сыра, 1 пита и 2 томата. 1 столовая ложка обезжиренного майонеза. Всего 367 калорий, 34 грамма белка, 51 грамм углеводов и 4 грамма жиров. Шестой прием пищи. 240 грамм отварной рыбы, 2 чашки отварного салата, 2 столовые ложки обезжиренного соуса. Всего 459 калорий, 63 грамма белка, 22 грамма углеводов и 13 грамм жира. Итог. 2617 калорий, 273 грамма белка, 277 грамм углеводов и 47 граммов жиров. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!